Стартовали матчи 16-го тура азербайджанской футбольной премьер-лиги. В столичном противостоянии Сабаил победил на своем поле Сабах со счетом 2-0. В дебюте встречи после розыгрыша углового отличился Амиль Юнанов. А во второй половине встречи он же провел второй матч в ворота соперника, оформив в матче дубль. В эти минуты проходит второй матч отчетного тура, в котором встречаются Сумгаит и Карабах. Идет первый тайм. Счет пока открыт, не открыт, ничего. Автоклубунда oynamıştı bu mövsümün əvvəlində və 21 oyunda meydana çıxmışdı Moldova çempionatında, daha sonra isə Sumqayıta gəldi. Ləqniyapırda da çıxış edib Dmitri Nağıyev. Xaymer Omero topladı. Patik, Patik ötürdü topu. Cəlmədən çıxsa Qarabağın hücumu davam edir. Qapı doğru cəlbə amma. Mehdi Cənnətə.